понес на рекорд мастер спорта по пауэрлифтингу Эльбрус Нигматуллин. Поднял и пронес на спине пианино весом 280 килограммов на расстоянии несколько десятков метров. Все произошло в Челябинске. Вот как это было. Пошли, пошли, пошли. 280 килограммов. Свой рекорд спортсмен посвятил 280-летию Челябинска. Снаряд весит те же 280 килограммов. Вообще-то по паспорту 30-летняя Элегия на 20 килограммов легче. Но, Элегия, вы поняли, это пианино. Так вот, чтобы донести вес до символической точки отсчета, Нигматуллин специально нарастил металлические щитки, на которые прикрепил вот такие вот лямки. Получившийся рюкзак, если можно так назвать пианино, в присутствии зрителей силач таскал туда-сюда вдоль портика концертного зала «Родина», собрал кучу, посмотрите, зрителей. Итак, три отрезка по 30 метров и еще чуть-чуть. Получилось примерно 105 метров. Есть рекорд.